Привет, стримаши. Обзор еды очередной. Это хлеб появился в лента великая, которая ценники путала постоянно. Сделала изобретение. Особый хлеб ручной работы на хороших дрожжах. Как бы элитный хлеб. Конечно, это не никакой не элитный хлеб, а что-то вроде нормального хлеба. Стоит он прилично, по мне, потому что 160 рублей, это еще из самых недорогих, килограмм. А так там 200 может стоить килограмм хлеба. Который обычный у них хлеб, ну, более-менее, он почему-то даже если свежий, он как резина. Сразу невозможно его раскусить. Там плохая мука, видно, как я понимаю, используется. И вот такое чудо-изобретение. То есть получается очень это дорого, 50 рублей. Вот такой маленький кусочек хлеба. Ну, для меня лично. Состав. Мука пшеничная, высший сорт, мука ржаная, солод ржаной, вода питьевая, дрожжи сухие, сухая пшеничная пара, вот это вот просто чудо какое-то, соль и Е300, какая-то дребедень непонятная. Сам упаковываешь, куски там разные, он не совсем свежий, ему где-то день-два. Так, да, в конце 9 числа. Я думаю, что не особо он лучше стандартного. И похуже будет, чем буше. Ну, это такое предположение у меня. Так, внешне нормально выглядит. Как же он называется-то? А, чиабатта ржаная. Ну, конечно, уже дня два прошло, уже не такая мягкая. Можно было в микроволновке ее, конечно, подогреть. Вкус совершенно обычный. Такой же, как и обычный хлеб в ленте продается, а там стоило 40 рублей 600 грамм, такой обычный хлеб. И булка 400 грамм, 25 рублей или 30 где-то. То есть получается 60 рублей булка белая и черный такой хлеб. Если 40 и 40, 80 где-то килограмм. То есть никаких преимуществ у этого хлеба нет. Ни по вкусу, ни почему. Цена просто задрана в два раза. Я так считаю. Совершенно обычный хлеб. Ну, конечно, не поганый. Бывает вообще такая погонь. Там корка какая-то трескается, сразу все разлетается. Но я бы не сказал, что это какой-то мегаэлитный ручной хлеб, с которым надо нестись. Так, обычный. Проще тогда уже где-нибудь в буше купить. На этом все. Пока.
стримаши. Это был обзор нового изобретения ленты хлеба, супер хлеба на опаре. Пока, подписывайтесь, ставьте уведомления. И сейчас я сделаю обзор на мега элитный хлеб. Перекресток стал лепешки печь. Всем пока.